В европейских странах в сфере энергетики грядут большие перемены. На фоне развязанной Кремлем войны в Украине и введенных антироссийских санкций Европа готовится к зиме без российского газа. В Брюсселе заявили, что Европа заполнила газохранилище более чем на 80% и озвучили антикризисные меры. Страны-члены ЕС обдумывают выдвинутые Европейской комиссией предложения, направленные на борьбу с продолжающимся энергетическим кризисом. Одна из инициатив – установить потолок цен на российский газ, что не лишено рисков, хотя мы слышали, что за последние несколько месяцев ЕС сократил зависимость от российского газа с 40 до 9%. Предусматривается и ограничение доходов электроэнергетических компаний, производящих электроэнергию из низкозатратных источников. Речь идет о возобновляемых источниках энергии и ядерной энергетики. Еврокомиссия также выступила за обязательное сокращение потребления энергии, которую каждая страна ЕС вырабатывает самостоятельно. Ответ министров энергетики, которые соберутся на экстренное заседание в Брюсселе, мы услышим уже в пятницу, 9 сентября.